Очень вкусный томат. Уважаемые друзья, здравствуйте. Хотим сегодня ознакомить вас с очень раннеспелым, вкусным, высокоурожайным гибридом томата «Сладкие сердечки». При формировании растений два стебля, насколько много плодов на растении формируется. Сейчас у нас середина августа, в растении уже созрели практически 90% плодов. Плоды видим одинакового размера, одинаковой массы. Гибрид томата, сладкие сердечки, раннеспелый детерминантный гибрид, достигает высоту в теплице до 1 метра, ну 90 сантиметров, 110 сантиметров. За счет побега замещения мы можем увеличить высоту растения там до 150 сантиметров, может быть даже 160 сантиметров. Тем не менее, можно растение формировать вот в 1-2 стебля, видите, вот насколько больше плодов в этом случае на растении формируется. Плоды розово-малиновой окраски при созревании в фазе технической спелости, они светлые, светло-зеленые, без темных пятен. При биологической спелости вот они такие вот насыщенно малиново-розовой окраски. Плоды формируются на растении очень красивой, сердцевидной формы. В связи с тем, что вот такая малиново-розовая окраска, конечно, определяет вкусовые качества плодов данного гибрида. Они очень-очень вкусные. Насыщенный томатный аромат, сбалансированное соотношение сахара и кислоты. На растении формируются такие простые кисти. И растения могут также формироваться кисти промежуточного типа с огромным количеством плодов на растении. Итак, средняя масса плода, этот гибрид коктейльного типа, средняя масса плода это 60-70 грамм, может быть чуть больше, чуть меньше, от 45 до 80 грамм, естественно, вот это зависит от места расположения плода. Первые плоды могут быть чуть крупнее, следующие плоды могут быть чуть меньше, а так плоды, вот видите, все одинакового размера, одинаковой массы. Сорт салатного типа, сахаристый, сочный, мясистый, да, хотя коктейльного типа, и вот зеленоватая плацента вокруг семян, которые и определяет вот туда очень высокие вкусовые качества. Очень вкусный томат, так что рекомендуем. Гибрид «Сладкие сердечки», раннеспелый, высокоурожайный, устойчивый к различным заболеваниям, как физиологическим, так и бактериальным, грибным. Устойчив к резким перепадам температур. Сорт отличается прекрасным завязыванием, потому что завязывание, оплодотворение очень сильно зависит от температуры окружающей среды во время цветения. Плоды томата пригодны как в фазе технической спелости, так и в фазе биологической спелости. Очень вкусный томат, так что рекомендуем. Гибрид «Сладкие сердечки».